Переходим к следующей рубрике, в которой мы узнаем секреты дыхательной гимнастики цигун и один из приемов самообороны. Базовым элементом занятия любым видом спорта является умение в первую очередь правильно дышать. Существует множество дыхательных гимнастик, среди которых можно найти как экспериментально новые, так и древнейшие методики. К примеру, лечебно-оздоровительная китайская гимнастика цигун – одна из проверенных временем. Опыт показывает, что занятия по системе цигун оказывают не только лечебно-оздоровительное действие, но и изменяют отношение человека к природе, к другим людям и самому себе. Самое простое движение – концентрация внутренней энергии. Ступни ног расставлены параллельно. Расстояние между ступнями примерно равно ширине плеч. Расстояние между носками и пятками обязательно одинаковое. Центр тяжести необходимо перенести между ног. Важным моментом занятия цигун является не только соблюдение техники дыхания. Выполнение упражнений без умственной концентрации не оказывает желаемого воздействия на организм. Здесь важно и то, как вы дышите, и то, как вы двигаетесь, и какую позу при этом занимаете, и даже то, о чем вы думаете. Упражнение вырабатывает естественное спокойствие, внимание, внутреннюю силу и собранность, терпение и доброжелательность, укрепляет физически и духовно. В следующей передаче мы будем более подробно рассматривать отдельные элементы упражнений дыхательной гимнастики цигун.